это глазки, а это пуговки. Да, вот пуговки это глазки, а пуговки это камешки. Далее, всем привет, с вами Бояра, а это снова Rusty Lake Paradise, часть 7. Град. Да, не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. Поехали! Итак, смотрим. Зима пришла внезапно. Ваза, неактивна. Сестренка, здорово, ты на коньках катаешься. Молодец. Поехали. Окей, ты катаешься на коньках. Что тут активно? Давай смотреть, что активно. Камешки активны. Ну-ка. Ага! Да. Ну-ка, погоди. Ну-ка, погоди. Ай, да стой ты. Да ты что, прекрати так делать? Я походу понял, смотри. Опа. Нет. Так, нам нужно, короче, смотри. Ну, ты посмотри. Походу надо сделать так, чтобы она провалилась. То есть надо поставить... Так ты стой. Вот сюда надо поставить. И получается куда-то вот сюда. Ну почти. А да, смотри, одна сработала, хорошо. Следующую сюда куда-то. А нет, не сюда, мимо. Так, это сработало. Теперь нам надо вот сюда, короче, и... Ну скрипт чуть-чуть не сработал, вот сюда. Нам надо, короче, чтобы все трещины, видимо, сошлись воедино через бревнышки. Ах, ты вообще не сюда! Я не понимаю, по какой траектории происходит трещина. Это не сработало. По какой-то непонятной траектории происходит трещина. Может, сюда? Ну, почти. Вот сюда, скорее всего. Получается, она сейчас прокатится, лед рухнет, и она утонет. Ну, жестоко, ну, а что поделать? Игра требует, игра, не я, вообще не я. Я реально, нет, она по прямой идет трещина. Ну, нет, вот, хорошо. Да, и вот этот последний остался, давай. Ну, почти, опять же, вот чуть-чуть сюда. Давай сразу два камня. Может, она споткнется, в конце концов, лицом об лёд ударится, короче, и там все разобьется и все. Так, а я, кстати, не помню, это мостки какие-то у нас были. Я не помню деревьев у нас в озере. Вообще не туда. То есть, может быть, вот так. Но это самая крайняя точка, куда можно поставить, на самом деле. Ну, вот так вот пусть будет. Мало ли что, ну может скрипт не сработает, не хватает, чуть-чуть не хватает, совсем чуть-чуть. Музыка пропала, это обидно на самом деле. Нет вообще никак. Или подожди. Желтый камень делает назад трещину, а белый делает чуть-чуть вперед. Походу, давай проверим, вот сейчас желтый должен дать назад. Ну да. Ну вот, все, отлично. Надо было логику понять. Синий вперед, желтый назад, это вот все. Рыбка from the deep. Из глубин. Я не понимаю все равно, почему не хватает ОБС этот. Ну вы поняли. А, все, дверь открылась. Ачивки, не понимаю, почему не хватает. Шарфик, хорошо, вижу, кого-то надо будет согреть. Ваза запоминаем. Одна была ваза на, получается, берегу. Одна ваза здесь. Веточка активна, ее, скорее всего, надо будет срубить. Так, стекляшки. А, ну это легко. У нас уже была такая подобная игра. Нужно было через кубики загонять кубики. А, все, да? Ну все, я проиграл. Окей, как заново? А, вот как надо было здесь сделать. Окей, как отменить? А, вот так вот, наверное. Так, смотри, что делаем. Делаем сюда. Делаем сюда. Делаем сюда и делаем сюда. Окей, надо все кубики загнать в дырочки. С помощью других кубиков охренеть можно. Но этот сюда.
Этот вот сюда. Неправильно я сейчас сделал, отмена. Смотри, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Ну вот так. Они катятся друг по другу, и все получается хорошо. Ладно, не сложно. Нет, сложно-то как твою дивизию. А, так. Вот так. Вот. Так, вот так и... Ну, нет. Ну, немножко, чуть-чуть совсем включить мозг, подумать, и все получается. Да хватит, прекрати, ну что таких много-то так? Зачем их так много? Вот эту явно нам сюда надо загнать, то есть вот так вот. Ну, это нам в любом случае гнать сюда, то есть нам надо эту загнать сюда. А как это сделать? Вот так. Ну да, хорошо. Ну, сегодня загадки просто легко разгадываются. Окей, камешек, что это? Бриллиант, отлично. Тут что? Снеговик, будешь шарф? Окей, значит, может тебе еще и глаза? Так, видимо, нужно будет собрать у нас снеговика. Снеговика, что нам нужно? Нам нужно ведро. Ягодки берем обязательно. Нам нужно ведро, нам нужен уголек. А вот, кстати, нарисован. Смотри, три кристалла отнести в башню, и там будет куб. Окей. И надо, смотри, шарф, морковка, два глаза, две ветки и шляпа. Отлично, запомнили. Сюда что? Клубнику сюда надо, наверное. Нет. Нет. Ладно, пока не активно, пока непонятно. В стороны не крутится ничего. Там кристаллик был. Ага, вот сюда. Еще один нужен кристаллик. Нет, погоди! Надо еще один сюда кристаллик, получается. Ладно, разберемся. Так, пойдем к бабке. Мы у бабки еще не были. У бабушки. А, Белочка, здорово. Ты куда? Дай орешек. Да дай орешек-то. А что так чешется-то? Ой, прям что-то зачесалось. А что, а куда? Не понимаю. Вот теперь надо ее, чтобы она села на лед, тогда ей будет больно под хвостом, и она отдаст нам... Или поскользнется. Нет. Не... А! Жестокое обращение с животными, на секундочку, это фу, осуждаю такое. Короче, это надо сделать вот так, смотри. Я понял, сосулька отрастает, сосульку ломаем, и там уже нет белочки. Ну да. Ну да, что это? Фисташки и беличий мех. Это еще кого-то надо будет одеть в беличий мех. Видимо, кого-то надо будет согреть. Так, вижу череп. В тот раз мы черепу... Кривой рог. Зачем мне все это? Очень много, короче, очень много... Мороженое ты хочешь? А, все понял я. Это будет клубничное мороженое, окей. Что хочу сказать? Вот, видимо, мороженое сейчас мы будем готовить. Рожок сюда ставим. И, естественно, Баскин Робинс, на секундочку, между прочим. А второе какое? Ванильное, клубничное? Какое тебе второе мороженое отдать? На, лежи. Вкусненько. Клубничное мороженое. Это вкусно, на самом деле. И чё? А, шляпу может. Отдай шляпу. Давай, 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 давай. Что? Не понимаю. А, тебе еще что-то надо дать. То есть, а ему два надо мороженых, походу, дать, и тогда он нам отдаст шляпу. Видишь, тебе такой, не, нифига, за одну мороженку не отдам шляпу. Что за бартер такой непонятный? Окей, ищем, из чего можно еще сделать мороженку. А судя по всему, это что-то... Вот, вижу палочку сразу. Молоточек, это у нас, видимо, какую-то льдину разбить надо будет. Здесь больше ничего не активно, хорошо. А я подать, ждите секундочку! Я таймер-то не поставил, я даже не знаю, сколько серий идет. Сейчас проверю. Так, поехали, плей. 9 минут, 9 минут уже, 9 минут мы играем, офигеть, мы еще даже ничего не поняли. Ладно. Куда мы еще не сходили? Мы, походу, везде ведь уже были, да? Вот палочку вижу, вставим. Семечки, может быть, глазки? Нет, не глазки. Разбить тебя? Нет, не получается. Нам нужно где-то... Ах, вот здесь вот надо взять что-то. Нам, короче, где-то надо что-то взять.
Фисташковое мороженое, естественно, а что ж я тупанул-то так? Фисташки же у меня были, можно было сделать... Кстати, фу, невкусно. Вот я не понимаю прикол фисташкового мороженого. Ванильное, да. Там какой-нибудь... получается этот... Ах, вот, вот. Внезапно выросло. Очень, очень вовремя выросло у нас на самом деле это. Да, фисташковое мороженое. Ты смотри, не заболей. Тема шарфика деть. Ну, знаешь, горло... Так, много мороженого никогда есть нельзя. Даже летом. Two ice creams. Две мороженки, короче. Все. Ах, я ему руки... У него теперь руки заняты, он не сможет схватить меня. Я у него шляпу забрал. А все? А все? Ну, а ты как хотел. Либо две мороженки, либо шляпка. Так, шляпу отдаем снеговику. Сразу же. Сразу же шляпу отдаем снеговику, это я понял. Опять же. Где еще палочка? Отлично. Мех может тебе дать. Но это не активно, ладно. А где бабуля? Не хватает бабули и двух братьев. Батя вообще, наверное, где-то замерз. У нас... Ах, мы еще в бок не смотрели. А вот и брат. Ну, морж, морж, это, знаешь, это в крещение перекупался. Ну, бывает. Все, я понял, надо сломать это. А как это сломать? А что-то не ломается. Алло. А не ломается ничего? Не понял. Что-то не сработало? Ну вот молоток. Не понял. Рыбку разбить. Ну тут ничего больше не бьется. То есть рыба есть и как бы все. Это, кстати, рыба нам подсказывала, как приплыть в Rusty Lake на этом... Когда мы на подводной лодке плавали. Я что-то где-то не взял, походу. Пойдем обратно в этот. Сюда. Нет, ну все взял. Ну, смотри, нужен три кристалла. Можно будет взять эту снежную... Ну мы ее и так можем взять. Сильный снежный... Сильный снежный шар. Что он нам дает, непонятно. Может быть, перемолоть мех? Ну, по логике вещей, чтобы... Давай я возьмем с собой. Пойдем поприменяем везде. По логике вещей, чтобы... вот это как бы, как-то бы сломать. Не понял. Это что сейчас было? А, снежный ш... Я вызываю снег. Окей. Что нам это дает, непонятно. Но получается, где бы я ни ткнул... Ну, здесь только не работает. То есть на что можно применить, я теперь кидаю снежками. Окей, хорошо. Давай сюда. Ну, конечно, будем разбивать сейчас все подряд. Камушки это... Камушки это... Ну, это, наверное, глазки для снеговика. Нет, вот пуговки глазки, а камешки... Камешки... Камешки это пуговки, а глазки... Я не понимаю. Это максимально нелогично, но окей. Разберемся по ходу пьесы дальше. Нам еще одна у входа вот здесь вот есть. Морковка, окей. Я о чем, короче, говорю? А все, у нас получается снеговик готов. Тут молоток у нас есть, у нас нету кайло. Кайла, у нас это, короче, чем, почему бить-то? То есть молотком просто так нет смысла бить, нужно вставить туда, получается, клин, и по клину ударить молотком. То есть нам надо найти клин. Пойдем соберем снеговика. То есть чисто теоретически, если мы снеговика соберем, это глазки, а это пуговки. Да, вот пуговки, это глазки, а пуговки, это камешки. Я не переставляю удивляться никогда. Ну все, он готов. Это нам что-то дает? Так, погоди. А, понял. Нос показывает, что надо тыкнуть. То есть нос указывает, куда тыкать. Все, окей. Все? Ага. Спорим, это бабушка? Что тебе надо дать? Мех? А.
Как сложно. На самом деле не сложно, легко. Let it snow, let it snow, let it snow. Да будет снег, короче. Бабуля, здорово. Да, да будет снег. Дай мне что-нибудь, мне нужно кайло. Бабуль, дай кайло. Как, подожди, у нее руки вот так опущены, а они вот так вот. Это как вообще работает, я не понимаю. Ты мне, бабка, что-то дашь? Тебе, может, беличьего меха дать? Гениально. Гениально. Сейчас мы ставим третий бриллиант. Ну, кто же знал, что бабка съела бриллиант? Ну, вот ты знал, я не знал. Если ты знал, надо было писать в комментариях. Я же не знал об этом. Да подожди. Слушай, я об этом не знал. Так, теперь у нас супер мощный шар. Что нам это дает? Отнести его надо в храм. Ну, там нарисовано было тройной шар отнести в храм. А где у нас храм? Храм где-то здесь. Сбоку от бабушкиного домика, да. Здесь, типа, его включить надо. И мы сейчас сломаем крышу. Да! Мы разрушаем храм? Ну, нет, в принципе, все логично. Почему бы и нет? Потому что надоело нам. Он нам только жизнь портит. То есть, чем больше было кристалл... А, ну, кстати, логично. Это, получается, кристаллы преломляют свет, получается, снег. Окей. Шкатулка. Почему заперто? Но нам нужно кайло. Алло, кайло нам нужно. И ключ. Нам нужен ключ и кайло. Где его взять, я не понимаю. Отлично. Это единственное место, где я еще не применил этот долбанный шар, потому что меня он накалил прямо вообще. Я уже везде его потыкал, я на каждой вазе, в каждой дырке потыкал этот долбанный шар, и у нас же была воронка. У нас была воронка, кто знал, что она забита долбанным клином? Здорово, дед. В смысле, а, каждый раз тебе еще брать надо, серьезно? Как-то все муторно. Ты издеваешься надо мной. Ты держи как-то крепче, я не знаю, в руках его, что ли. Ясно. Вот ты только это, давай, вот сейчас вот аккуратно, прям надо филигранно так. Нормально, еще раз давай. Сейчас не страшно, сейчас можно посильнее, со всей дури, хорошо. И куда? А, все. Все, да? Ну, походу, да, все. А, вот теперь тебе надо дать И сразу отогрелся. Ну, блин, не знаю, кто-то... И ключик вижу сразу. Получается, кто-то... Водка отогревается, а кто-то шляпой. Ну, достаточно, в принципе. Довольно холодно на райском озере. Ну да, не так, не жарко. Не жарко, а будешь это на тебя, если вот так вот? It's pretty cold in paradise. А на тебя это не активно, да? Ну так ты нашел, где купаться-то? А, ну опять же, он, видимо, купался, и казнь наступила, он застыл. И вот это как-то все, скорее всего, вот так вот пошло. Наверное, не знаю, окей. Ну... Я думал, будет сложнее, потому что у нас был огромный инвентарь, просто очень много у нас всего было. Все, получается, нам больше ничего не надо, можно идти в храм. У нас было очень много предметов в инвентаре, но в итоге они все ушли на снеговика, и вот запара была с этим долбанным клином, только все. Вот это непонятно, вот. Он только ради рогов тут, получается, был, да? Потому что, ну, получается, скорее всего, только ради рогов. Ладно, все, окей, хорошо. Мне, знаете, что нравится? Мне прям очень нравится... То, что идеально каждая казнь получается минут 20-25, не больше. Это просто вот прям идеальнейшее. Так. Это папа нас в клетку посадил, и мама такая: «Нет, что ты делаешь, отец?» «Ты готов встретиться со своей судьбой?» «Нет, возьми меня вместо него». Он нас хотел в жертву привести, получается. А мама за нас заступилась и сама полезла в клетку. И потом нас выгнали с острова. Вот так это, походу, работает. И... Кубик обязательно берем, потому что я уже заколебался этот кубик не брать и возвращаться за ним пол игры. Ну, нормально, нормально. Развязочка появилась. Сюжет. Снова раскрываем сюжет. Это хорошо, что сюжет раскрывается. Нормально, ну, в принципе, это тут я вырежу. Ну, да, как раз минут 20 с лишним будет, отлично. Следующая казнь у нас будет
Саранча, судя по всему, это саранча, либо кузнечки. Ну, кузнечки и саранча, мне кажется, одно и то же на самом деле. The eighth plague. Locusts. Казнь восьмая, саранча. Как он сказал? Локус, лотус? Ладненько, от саранчи мы будем и пестицидов избавляться в следующей серии. Пока. Подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Также не забывай подписываться на стрим канал, там вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. Также пиши в комментариях свои игрушечки для прохождения, что на канале хорошо, что плохо, что можно улучшить. Видел я ваши комментарии по поводу Васильда, по поводу Creepy Tail. Сейчас он на хайпе, Creepy Tail снимает, мне кажется, на каждом калькуляторе, кто только может. Поэтому я подумаю, может быть, в выходные я его куплю. И хотя бы с первой серии мы, возможно, пройдем, потому что Paradise у нас заканчивается. Скорее всего, в понедельник следующий он закончится. И либо мы продолжим Самсару, либо Creepy Tail. В общем... В общем, как-то так. Ладно, ребят, с вами был Бояра, канале, и пока-пока.